Всем привет! В этом видео я покажу, как можно улучшить свой микс буквально за пару кликов. Использовать для этого я буду плагин iZotope Ozone. Я лично пользуюсь 7-й версией этого плагина. Далее, что нам нужно сделать, это повесить плагин на мастер-шину. Далее открываем плагин и выбираем один из понравившихся пресетов. Теперь давайте послушаем разницу до и после применения этого плагина. Также хочу сказать, что я показал лишь самый простой вариант использования этого плагина, где я выбрал пресет и ничего не менял в настройках самого пресета. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите больше таких видео, также пишите в комментариях. Всем пока!